Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, вы на моем семейном канале, и я занимаюсь выращиванием бройлеров. Знакомьтесь с моими птичками. Это мои новенькие 55 цыплят бройлеров. Им третий день сегодня, ну три дня можно сказать. Здесь еще 55 цыплят. И сейчас я расскажу вам, как я заставляю моих цыплят вырастать просто гигантскими. Важным моментом при выращивании цыплят-бройлеров, конечно же, является выбор корма. И я кормлю своих цыплят специальными комбикормами марки Purina. Сейчас я даю вот такой вот корм, стартер Purina Profi. Вы можете посмотреть его состав. Специально разработанные комбикорма для выращивания птицы дают высокую конверсию. Что это значит? Это значит, что, грубо говоря, килограмм, съеденный вашим цыпленком, превратится примерно в 700-800 граммов его собственного веса. Выгодно, не правда ли? Вообще, если подумать, когда, например, человек толстеет, набирает большую мышечную массу, когда он ест высококалорийную, хорошо сбалансированную пищу, правда же? И с цыплятами то же самое. Эту роль у нас выполняет комбикорм, чтобы мы с вами не мучились и не составляли кормосмесь сами. Чтобы мы с вами съедали больше всяких вкусностей, производители добавляют в нашу пищу различные усилители вкуса, заставляя нас кушать больше, чем мы хотим. Если то же самое сделать с цыплятами, то есть заставить их съедать питательного комбикорма больше, чем им на самом деле надо, тогда цыплята получат большую мышечную массу, ну и, соответственно, мы с вами получим тушки большего размера за короткий срок. Так как же, ребята, заставить этих маленьких комочков кушать больше вкусного комбикорма? Ответ прост. Сейчас я вам расскажу, как я делаю усилитель вкуса для своих малышей цыплят. Берем обыкновенный сахар. Осыпем сейчас сюда пол контейнера. Это примерно стакан сахара. Я на глаз делаю. Вы можете точно отмерить. И добавляем в этот стакан сахара. Ну, вообще, по рецепту положен один пакетик, 1,5 грамма ванилина. Я добавляю 3, чтобы ванилина было много. Добавляем. Хорошенько перемешиваем все ложечкой до, скажем так, однородного состояния. И теперь добавляем в наши банки с кормом на 1 литр 2 чайных ложки. И тоже тщательно все перемешиваем. Раз. И два. Корм с усилителем вкуса готов. Ставлю цыплятам кормушку с волшебным кормом. Ну, конечно же, сходу они не распробуют. А усилитель вкуса подействует, когда они некоторое время поедят корм с вот этой вот добавкой. Ну что, цыплята, пробуйте? Что-то необычное. Буквально через пару дней они начнут кушать больше. Ну и, соответственно, быстрее расти. Смотрите, через некоторое время какая-то толкучка образовалась около кормушки. Наперебой все клюют, хотя они были сытыми. Прямо торопятся. Ну, в принципе, это и понятно, ведь мы с вами не можем устоять от запаха ванилина при выпекании наших любимых булочек. Ну и от сладкого тоже отказаться бывает, ой, как сложно. И начинаешь кушать больше, примерно как вот эти цыплята. Ну что ж, пробуйте. Кто уже пробовал, описывайтесь в комментариях и рассказывайте о своих результатах. Большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если вам было полезно данное видео. И подписывайтесь на канал, потому что я буду снимать вам периодически, время от времени, разные необычные советы по выращиванию птицы, которые я испробовала на своих цыплятах.